В гостиной музея городского быта можно увидеть большое зеркало-трюмо конца XIX века. Его рама из натурального дерева искусно украшена резьбой. Как утверждают специалисты, оно было изготовлено в Симбирске, где работало много хороших столярных мастерских. А вот ажурное навершие с затейливой резьбой – настоящее произведение искусства, сделали немецкие мастера. Его, скорее всего, купили на ярмарке. Навершие просто крепилось к верхней части зеркала. В первой половине XIX века зеркала уже являются неотъемлемым предметом интерьера парадных комнат. Но их могли себе позволить достаточно обеспеченные симбиряне. В то время производство зеркал было весьма трудоемким и длительным. Все это существенно влияло на стоимость зеркал. К тому же было принято ставить зеркала большого формата. Считалось плохой приметой, если человек в зеркале виден не полностью. Для идеального отображения от макушки до стоп зеркала вешали под наклоном.